Всем привет, доброго времени суток. Сегодня у нас 7 мая, и я опять на своей любимой даче. Посмотрите, начали распускаться тюльпанчики. Пока это только желтые. Вот здесь такие бордовые и оранжевые. Вот они. Только-только начинаются распускаться. Бутоны на всех видно. Птички, послушайте, как поют. Ива хакуранишики зелененькая становится. Елочка нигиша. Посмотрите, так. Вот она выпускает уже свои побеги новые. Посмотрите, это сосна Карстенс Винтерголд также выпускает. Вот такие у меня пионы уже повылезали. Здесь елочка, точнее сосенка Гильдрейха Деноуден. Буду сейчас доставать косилку и вот это вот безобразие все косить. Кстати, покажу заодно. Вот так выглядит участок до того, как... Вот так вот выглядит участочек до того, как я скосила травку. И, кстати, сегодня я открываю сезон посадки петуний. Буду сажать больше 20 штук. Покажу вам обязательно. Конечно, может быть рановато, но я думаю, они перенесут. Петунии вообще небольшие заморозки, даже они переносят. Я уже пробовала. А так как у меня больше 100 штук, то мне приходится потихонечку их начинать высаживать, чтобы потом не все сразу. Вот такая травка уже выросла. Так, барбарисики начинают. Травы очень много на самом деле. Что у нас зацветает? Давайте посмотрим. Так. Зацветает у нас черешня. Вот видно. Только-только начинает. Посмотрите. Сейчас подойдем. Вот она, черешенка. Что еще? Так, слива. Зацветает слива. Но у нас льют дожди уже дня 3 в Москве, и поэтому начинает все распускаться. Груша. Посмотрите. Груша тоже. Вот они, цветочки распускаются. Мы попозже с вами, конечно, еще пробежимся. Я покажу вам, какие сорта петунии сегодня высажу. Еще одна груша также зацветает. Зацвели нарциссы, такие вот желтенькие, хорошие, и вылезают все лилии, почти вылезли, которые я посадила, просто вот эти вылезли пораньше. Ну а вот видно, вот здесь, вот они вылезают все чуточку позже, просто вот посмотрите, приглядитесь. То есть все 56 или сколько штук, или 51, я уже не помню, все вылезают. Вот здесь точно так же, вот посмотрите. То есть все хорошо, я сегодня обработаю, вот это вот уж сорняки вылезли, я уберу, дожди идут, сегодня все это я уберу, этого безобразия не будет. Посмотрите, какие толстенькие, хорошенькие, видно. Вот посмотрите еще, что хочу показать. Начали давать приросты канадские елки. Вот на этой коника декабрь уже видно, посмотрите. Посмотрите, что творится, она прям вся в приростиках. Вот с этой стороны видно. От этих двух елочек, вот, Daisy White, они будут более такие желто-салатовые, просто только-только процесс пошел. И Sanders Blue, посмотрите. Ой, как хорошо. В общем, пошла я заниматься делами. Наверное, я сначала покажу участочек, именно вот здесь вот. Я в тот раз еще хотела, но как-то не было такой травы, а сейчас, конечно, это уже... Нужно обязательно убирать, иначе дождик еще пройдет, и все это тяжело будет косить. Так что скоро еще вам покажу, что я буду делать сегодня на участочке. Вот такую я привезла рассаду петуний. Три таких пакетика. Такие хорошие кустики. Посмотрите, покажу вам сейчас. Посмотрите. Ой, все это буду сажать. Вот они. Это два кустика здесь.
Еще два. Ну и вот здесь, в общем, все буду сейчас потихонечку вытаскивать и приступать к посадке. Хотела вам показать, посадила я петунии. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 горшков. 11 вазончиков. Тут и горшки, и вазоны. Разные сорта. Петуния Опера Пинк Морн, Опера Вайт, Саксес Коралл, Софистика Блю Морн. В общем, достаточно хорошие такие проверенные сорта. Вот посмотрите, какие кустики. Не советую вам сажать на самом деле так рано. Просто у меня очень много рассады, поэтому я думаю, они эти выживут. Поэтому, в общем, как всегда, я ставлю вазоны по фундаменту дома. В общем, это только начало. В этом году это будет мало того, что до конца, так еще, скорее всего, и туда пойдут вазоны, и сюда я куда-нибудь поставлю. Потому что дома осталось еще, в общем, вот это вот маленькое, это даже не 20% того, что еще осталось дома. В общем, поэтому начала мешки, чтобы не таскать их. Они тяжелые, я прям вот сюда горшочки подносила и наполняла землей, чтобы было полегче, чтобы не таскать это все. А что я еще хотела рассказать. При посадке петунии удобрения я пока не использовала. Я пролила кустики с корневином. Воду нам пока центральный водопровод не дали, я из бочки поливаю, но обещают, сегодня вроде бы все сделают. Так что с корневином пролила. Теперь я их оставляю на 3-4 дня. Они потихоньку. В любом случае им здесь, я думаю, будет лучше, потому что дома у нас невыносимо жарко, в районе 30 градусов. Ну, единственное, сейчас отключили отопление сегодня. Поэтому посмотрим. В общем, вот эти горшочки новенькие, которые я заказывала. Вазончики. Вот новый вазончик. Вот этот вот. Вот он новый вазончик. В общем, я подкупаю постоянно, потому что у меня постоянные посадки идут. Так, пробежимся немножечко давайте. Гортензии уже, у них приличные почки такие. Так. Яблонька, мельбочка. Не знаю, пока цветочков не вижу. Не знаю, будет цвести, не будет. Сказать трудно. Барбарис, он живой, он раскачивается долго. Туи восточные, Forever Gold. Так, иву, которую я обстригла в прошлый раз. Растения мне мои пока не пришли, я жду. У меня вот, я оставила для посадки, еще у меня там 4 мешка, но все равно этого не хватит, нужно заказывать, конечно. Землю, сирень. Черешня, конечно, красавица. Она каждый год меня радует урожаем. Я не знаю, что это за сорт. Она, я знаю, желтая. Черешня желтая, а вот название, посмотрите, красавица. Каждый год, ой, господи, она цветет, и каждый год она плодоносит. Хороша. Сейчас еще зацветают груши, яблони пока они попозже все-таки. А груши вообще, вот груша, сливы, все это. Слива, кстати, могу сказать, пока только одна зацветает. Ко второму мы сейчас подойдем, я еще не видела. Но вот это зацветает. Вот видно. Дальше смородина. К лилиям мы уже с вами подходили. Груша. Так, очень жду цветения лилий. Хвойный. Ой, хвойный уголочек. Вот фонарики так стоят очень красиво. Опа. Ну, здесь я сегодня тоже прошлась на колесиках косилкой. Потому что с того раза, на удивление, видимо, идут дожди, и все очень быстро зарастает травой. Поэтому приходится косить можжевельничек. На, она тоже вырос очень. Калина, смотрите, Саржент Анандага. Ну, какие уже листики, так здорово. Так. Давайте сейчас покажу на той стороне, наверное, вам еще. Смотрите, как здорово были обработаны пионы. Смотрите, ни одной травиночки, собачка теперь сидит здесь. Вот такие пиончики. Вот там дальние, это свежие кустики, они посадка того года. А вот здесь уже шикарные кусты будут, хорошие, такие ярко-розового цвета.
И, кстати, вот по поводу сливы. Кстати, да, вот слива тоже будет цвести. Это слива этюд. Вот посмотрите, как сад теперь после того, как я покосила, смотрится намного лучше, чем это было до того, как я это сделала. Бочка наполнена почти до конца. Я уже оттуда 2 или 3 лейки взяла. Вот она полная. Плакучий гном. Ну и елочки, ирисы здесь. Ветер очень сильный, поэтому может быть плохо слышно. Блюэру, менджулип. Каштан. Вы знаете, я его приткнула, я все понимаю, что это будет что-то такое большое, но пока я его приткнула сюда. Это с того года он у меня сидит здесь. Уже посмотрите листики. Ой, так. Опа. Вот он такой участочек, в общем-то. Много сегодня работ было сделано. Честно говоря, так руки от косилки вибрируют. Поэтому вот мешочек. Сейчас запакую его. Там немножко земельки осталось. В общем, все просыпается. Участок просыпается. Это не может не радовать. Идут дожди, постоянные дожди идут. Уже в течение 4 дней. Причем, вы знаете, такие ливни с грозами, все сверкает. Но все равно на даче, конечно, очень хорошо. И я рада, что у меня получилось вырваться. Ну а на этом все, мои хорошие. Буду я заканчивать свой такой дачный репортажик. Надеюсь, на этой неделе получится еще сюда попасть. И надеюсь, нам дадут воду, потому что уже начала я высаживать петунии. И если бы, я могу сказать, сегодня была вода, я удобрила бы хвойное уже удобрением форты либо фертика жидким. Но так как пока вода у нас в дефиците, мне приходится... Сегодня не опрыскивала, ничего не делала, потому что дожди, смысла никакого нет. А проливать не смогла под корень с удобрением, потому что нет центрального водопровода. В общем, вот так вот. Так что на этом буду я заканчивать. Будут вопросы, пишите, я с радостью отвечу. Подписывайтесь на канал, кому интересно, будете смотреть за развитием моих петуний. Кто меня давно смотрит, знает, какие у меня шикарные кусты всегда. В общем, потихоньку процесс пошел. Мои хорошие, буду заканчивать. Всем до скорых встреч, всем пока-пока. Ну и увидимся на даче.